Всем привет! Выходные близко. Город приготовил яркую и насыщенную программу, какую узнаем прямо сейчас. Поехали! У вас залежались испорченные вещи, но выкинуть не поднимается рука. Литературный музей предлагает принести их на посвященную им выставку. Я просто оставлю это здесь. Проработает которая всего один день. Начнется все в пятницу в 19:00. В течение вечера на глазах у посетителей коллекция будет пополняться. «Краски большого города» – так называется альбом про Самару. Его презентуют в пятницу в 7 вечера в Музее Модерна. В программе выступления писателей, творческих коллективов и, конечно, кофе. А вот научиться рисовать самим помогут в юношеской библиотеке тоже в пятницу на дне российского флага в 19:00. Кроме того, гостей ждут интерактивы, мастер-классы, площадки для интеллектуалов и виртуальная экскурсия по Самаре. В субботу город расцветет. Куйбышева вновь станет пешеходной, по ней пройдут красочные колонны, но на этот раз еще больше эстетического наслаждения – фестиваль цветов в Самаре. Старт в час дня. В Струковском саду будут работать 20 фестивальных площадок. Фишкой этого года станет тактильный сад. Желающие смогут не только визуально насладиться красотой растений, но и прикоснуться к прекрасному. 24 августа в гости приглашает и музей Ильдара Рязанова на День кино. С 3 до 6 часов вечера зрители ознакомятся с экспозицией, а потом отправятся на пешеходную экскурсию по Самаре. Вечером в субботу проникновенная оперная сопрано зазвучит на главной площади города. Акция «Open Opera» от Самарского театра оперы и балета начнется в 6 вечера. Под открытым небом прозвучат шедевры мировой классики. Исполнит их солисты Самарского театра, хор и симфонический оркестр. Хелло, бонжур, нихао, я точно не полиглот, а вы? Если нет, ничего страшного. Практика, практика и еще раз практика. Отличная возможность будет, кстати, в воскресенье с 12 до 7 часов вечера на фестивале иностранных языков. Лекции, мастер-классы, эксперты из разных стран, детская игровая зона, фотозона. Организаторы обещают еще много интересностей и ждут на Горького 79Б. Не забудьте зарегистрироваться. На этом все. Красочных летних выходных. Всего вам доброго. До встречи.